За день до реванша Джона Джонса с Александром Густавсоном нам удалось связаться со спарринг-партнером американца, русским парнем из Одинцова, Леонидом Грачевым, и расспросить его о форме Джона Джонса. Всем привет, с вами Леонид Грачев. С командой все хорошо, Джон себя чувствует отлично. Вчера он согнал примерно 8-9 килограмм, побегал, сам не посидел. Сегодня утром взвесились, восстановился, выпил воду, позавтракали, поменяли, вот только что поужинали. Он очень позитивный человек, так что сейчас у него с настроением все хорошо. Подготовка прошла классно, тренировочный лагерь тоже хорошо прошел. Так что завтра, думаю, покажет хороший результат. Ты спарринг-партнер, ты все время с Джоном Джонсом. Как он воспринял вот эту новость о том, что опять что-то нашли и нужно переносить бой? Он расстроился сильно, он очень эмоциональный человек. Это на прошлой неделе его босс из UFC посадили на самолет. Он в Лос-Анджелес прилетел на ночь пообщаться с Хантер Кэмпбелл, с Дэном Уайт, с Джефф Новицки насчет того, что случилось. И, конечно, он сильно расстроился, но такие дела перенесли на Лос-Анджелес. И так все произошло. Конечно, круче было, если все в Вегасе остались. То есть у нас Media Day, все эти прессеры, они все в Вегасе прошли. Там все бойцы туда прилетели на полтора дня, потом их уже в Лос-Анджелес перевели. Так что немножко такое у нас заряженное было. Заряженные дни, много путешествий, много дел. У тебя в Инстаграме первое фото с Джон Джонсом датируется 2014 годом. Это как раз после боя с Тейшейрой. Это был первый день, когда ты увидел Джон Джонса. Каким он был тогда, каким стал сейчас? Да, это был первый день. Я тогда еще жил в Нью-Мексико, и я приехал в экзам поспринговаться с боксером по имени Джонатан Хэм. В то время у них там много тяжей тренировалось, и Грег Джексон смотрел, как я с боксером работаю, и предложил мне встать в пару с Орловским, с Уверимом, потом еще у нас был Трэвис Браун, и так он меня с Джонсом поставил. Вот, мы с ним поспринговались, и, по-моему, на втором раунде спарринга я ему рассек бровь, мы ударились головами, и вот такая наша была первая встреча. Вырос он очень, скажем, много. Он очень хороший студент, и он фантазер, когда он в ринге, в клетке, он придумывает новые атаки, новые защиты, новые контратаки. И вот за эти 4 года у него, скажем, свой боевой запас просто вырос вот так. То есть, когда я там с ним еще спарринговался, было наименее, ну, как попроще. А сейчас уже трудно угадать. У тебя есть база кикбоксинга, немного ты занимался ММА. Но все-таки ты больше боксер, больше привык к работе руками. Вот насколько неожиданно и сложно для боксера защищаться и вообще предугадывать вот острые удары локтями, которые есть у Джонса? Для меня это было очень трудно, то есть, особенно когда он включает свои ноги, дистанция совсем другая. Когда мы спарринговали с ним чисто на руках, я его мог обыгрывать тем, что я больше перевешиваю его, наверное, килограмм на 10, так что на силу оповал, на опыт боксерский. А когда он включает ноги, то он ставит очень креативные атаки, то есть он может ударить ногой, сразу перевести в партер, ground and pound. Также на ближней дистанции он может включить локоть, колено. Я всегда говорил, что его козырь это в том, что у него такой большой арсенал и непредсказуемость этих ударов, хотя бы мне лично, ставит такие большие проблемы. Вот. И угадать его практически невозможно. Ты спарринг-партнер Джон Джонса. Понятно, что для него ищут очень хороших
соперников, чтобы они могли действительно напрячь его, чтобы тренировки были тяжелые. Расскажи о своем бэкграунде, достижениях в спорте, чем ты сейчас занимаешься, может быть, каким целям ты идешь. Да, ну я всю жизнь спортом занимаюсь. Вот, родился в Одинцово, переехал в Америку в 98 году. Выступал по теннису, футболу, баскетболу, по плаванию, по борьбе. И в 8 классе начал играть в американский футбол. И мне предложили стипендию, чтобы играть за университетскую команду. Я тут годик поиграл, и в 18 лет я решил перейти в смешанные единоборства, вот, и в кикбокс в том же деле. Я примерно 3 года занимался, получил травму, 1,5-2 года не выступал, потом, когда вернулся, чисто руками бил по груши, и так решил начать выступать по боксу. А у меня первый боксерский матч был в 2013 году, то есть мне уже было 23 года. Я первый бой по ММА провел в 2000 девятом году, если не ошибаюсь. Вот, так что примерно 10 лет выступал. За то время в боксе я выиграл 3 титула штата, дважды брал золото на национальных турнирах США и 3 раза брал серебро. Вот, и также я сейчас по рейтингу третий среди супертяжей в Соединенных Штатах. Ты занимался ММА, кикбоксингом, сейчас в боксе. А вообще, что наиболее популярно у молодых спортсменов? Куда хотят они идти? Мне лично кажется, вот хотя в Америке в ММА, то есть бои без правил, потому что у них все рекламы, все, что они выкладывают онлайн, такое более красивое, скажем так. Вот молодые смотрят на это, им нравится энергия. В боксе я такого адвертайзинга не вижу. То есть там большие бои, и много чего я вижу, скажем, склонять вот таких настоящих фанатов бокса. Хотя еще вот во многих залах США, видно, в боксерских залах видно, что еще это молодые есть. Но и также в ММА тоже, так что трудно сказать, но мне лично кажется, что на данный момент молодая публика движется в сторону ММА. Ты общаешься и в кругах ММА, и в кругах бокса. Часто можно слышать от бойцов ММА, что вот нас недооценивают, нам мало платят, в боксе другие деньги. А вот начинай, вот кто больше зарабатывает, начинающие бойцы в боксе или в ММА? И может быть после какого уровня действительно бокс становится больше? Или это просто так, как может быть бойцы ММА не знают кухню бокса, поэтому они считают, что там гораздо большие деньги крутятся. Мое мнение, я вижу, что вот хотя бы в начале таких больших денег ни там не увидишь, но я вижу, что молодые пацаны, которые разбираются в бизнесе, они находят себе хороших спонсоров. Так что я видел и в ММА, и в боксе, вот молодые бойцы, им, не знаю, может, там $1000 платят, чтобы выходили на ринг или в клетку, и не так же еще могут себе заработать 2, 2 или 3, 4 тысячи чисто на спонсорах. Вот, а уже, скажем, на вершине, мне кажется, что в боксе большие деньги есть, конечно. То есть все видят, как там Канело, Головкин, они по 20 миллионов в бой зарабатывают, а в ММА такого не бывает. Ну, только Конор Макгрегор, соответственно. Ну, да. А, у тебя интересная татуировка на груди. Расскажи, что она значит. Да, то есть у меня на груди татуировка, тут написано «Мир в моих руках». Когда мне было примерно 20 лет, я понял, что все, что случилось и случается в моей жизни, ну, конечно, не все, но почти все, зависит от меня и того, что я делаю, и те выборы, которые я принял. Вот. И я вот, то есть я получил образование, хорошая работа была, заработал хорошие деньги. Но я решил уйти, чтобы Я читал, что выступать. ты работал на скважине, то есть ты бурил, добывал нефть или... Да, я там работал в роли инженера. То есть у меня образование инженерное.
хорошие деньги, все было. Ну вот я решил, что я что-то другое хотел в жизни, и вот решил пойти этой дорогой. И я очень рад, что я пошел. Я сейчас счастливый, и я себе зарабатываю на проживание такой жизни. Слушай, ну а как родители отнеслись к тому, что вот сын получил образование, потратил на это 5 лет, и была хорошая работа, и теперь же достаточно рискованный спорт, где можно получить травму, тем более у тебя была травма, где можно завершить карьеру очень рано и не будет ничего. Как они это восприняли? Расстроились, скажем так. Отец у меня физик, мать у меня преподает пианино, закончила консерваторию музыкальной в Ростове. И да, они сильно расстроились. Я с ними примерно полгода у нас отношения вот такие были, у меня родители. Ну что, возвращаешься, пойдешь опять учиться, новую работу искать. Я сказал, да нет, иду так, я буду выступать. Я пытался забить себе место на олимпийской команде 2016 года. Не получилось, но так бывает. Я решил продолжать. Продолжал с тренировками выступать. И, ну, как я раньше сказал, я сейчас счастливый. Вот. И я верю, что у меня будет много денег из-за этого спорта. Ты сказал, что не занял место в олимпийской сборной. Просто в России часто истории, когда есть какие-то любимчики, есть, скажем так, тренеры, кого двигают, кого связи больше в федерации. Опять же, тот же Петр Ян, который будет драться в одном карте, Джон Джонсон говорил, что не всегда у него получалось выигрывать именно из-за политики. В Америке также или какие-то другие моменты, почему у тебя не получилось? У меня не получилось, у меня в то время опыта не хватало, но да, я верю, что здесь тоже политика имеет свою роль. У нас тут несколько пацанов есть в Штатах, которые приезжают на турниры, и все знают, что они должны выиграть, и иногда они тоже решения выбирают, которые, может быть, в ту сторону все-таки дают им. Ну, как я понимаю, так везде. Ну да, люди везде одинаковые, везде свои интересы, всем хочется заработать как-то на каких-то моментах. Опять же, есть свое эго, чтобы это реализовать. А вот Джон Джонс встречался уже с Густавсоном. Был очень тяжелый бой, Джонс смог победить его тогда. Как думаешь, у кого после прошедшего такое время будет преимущество? Кто кого, может быть, смог изучить? Кто сможет принести более много новых сюрпризов, у кого стал более широкий арсенал, на твой взгляд? Мне кажется, что первая встреча поможет Джонсу намного больше, чем поможет Густавсону. То есть, так как я раньше сказал, Джонс, он великолепный студент. То есть, ему можно показать технику, и он может отрепетировать себя в голове ее столько раз, и вот через на следующий день войти в спарринг уже, бац, включает эту технику, то есть, или этот удар. Проводя с ним время, я вижу, что он думает о тех моментах, которые уже произошли в первом бою, и о том, что он может сделать Густавсону во втором бою. Так что мне лично кажется, что они уже встречались, только поможет Джону, так же, как Джон дрался с DC, вот, с Кормье. В первом бою он выиграл решение, втором бою он уже выиграл нокаутом. Вот, так Ну вот что на пресс-конференции конец. Джонс довольно-таки резко высказывался в адрес Густавсона. Действительно, есть какая-то неприязнь личная между ними? Вот как ты это видишь? Мне кажется, что раньше Джонс имел такую более спокойную персону, когда он выступал перед камерой, то есть на интервью и так далее. Он как человек очень, он не любит проигрывать, конечно, и он высказывается так, каким он есть, и все, что он сказал, то есть все было продумано. Он просто так ничего не скажет, и у него есть, он может, думаю, хотел Густавсона вывести из строя немножко. Густавсон, как вы видели на конференции, говорил, что
я в самой лучшей форме, я такой-сякой. А Джонс просто в контратаку сказал эти слова. Спасибо большое, Леонид, за время. Желаю тебе только успехов в твоем деле, тем более ты совершил такой нелегкий выбор. Всего наилучшего, и можешь передать, что в России многие болеют за Джонса, желают ему победы и будут болеть за него. Спасибо большое, Игорь. Всего доброго вам.